Здорово! Качоу! 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 В чем дело, шериф? Ограничение скорости 40 километров, а этот чертов лихач гнал по 200. Вот в чем дело. Я гонщик. Я разгоняюсь до 120 за 2 секунды. Я не могу ползти как трактор. У вас тут есть вообще хоть один автобан? Вот-вот, автобан, видишь ли, ему подавай. Я ему штраф, он возьми да распишись на нем. Тоже мне звезда, автограф раздавать. Я Отто фон Фассенботтом, знаменитый гонщик. Я приехал на гонку. Хотя какие тут гонки? Вот что, шериф, отпустите-ка этого Отто со мной. Я присмотрю за ним, будьте спокойны. Ну что, Отто, по 3 круга? Не слишком ли просто? Я участник Лекарс, где каждая гонка минимум сутки. О, сутки это слишком. Давай для начала 3 круга. Эй, шериф, поехали с нами! Сирену включишь, это же классно! База, я второй, выезжаю. Все прекрасно. Так, проверим. Ты все еще позади меня. Спасибо. Я буду тут всю неделю.
ничего. Моя... Эй, ты! Эй, что случилось? Sehr gut. Но мало, давай еще раз. Как, опять? Гоняться я люблю, но не целый же день, а город посмотреть. Зачем смотреть? Я приехал на гонку. Да, но разве ты не хочешь привезти домой сувенир? У тебя там в Германии девушка есть? О, я. Ее зовут Гретхен. Ну вот, видишь, как же ты вернешься домой без подарка для Гретхен? Да какие ваши дре подарки? Ну не скажи. У нас замечательная сувенирная лавочка у Лизи. Найдешь там все, что душе угодно. Просто скажи, что ты от молнии. Данкишон, молния. И обязательно проспроси старушку о Стэнли.
И о старых добрых временах. И о том, что сейчас уже все не так. Отослал его к Лизе, да? Ну да. А, это надолго. Ну да.